В Алёкминске организовали конкурс «Учитель года». Участие принимали педагоги со всего района. Елена Фаст продолжит. С каждым годом желающих принять участие в районном конкурсе «Учитель года» становится больше. Точного объяснения динамики не нашли, но предполагают, что яркий пример предшественников, победителей в республике, дал веру педагогам всего района в свои силы. Учитель, который чувствует свою уникальность в общеобразовательном учреждении, он не может только в коллективе своем показать свой опыт. И поэтому собираются все-таки лучшие учителя школ. Сегодня в образовании, как и повсюду, часто меняются и даже усложняются требования. Молодой педагог из села Олбут считает, что его задача не только дать знания, но и помочь подросткам адаптироваться в целом. Вырастить, выпустить человека, который готов выйти в общество, в социальную структуру. И он должен нести, он имеет право на выбор, на свободу выбора, и должен нести ответственность за этот выбор. Если человек ответственен сам себе, то это уже личность, которая готова к обществу. Стандартная, в общем-то, процедура носит творческое начало. Здесь собираются наиболее яркие личности. Осознавая, что победитель может быть только один, они участвуют ради того, чтобы в общении найти новое, поделиться опытом и, наоборот, перенять его. Ну, показать свое мастерство. Я думаю, что я мастер своего дела, я учитель. Я должен делиться своим опытом, получать также этот опыт у других педагогов. И как-никак, как этот конкурс объединяет всех самых лучших учителей, я не думаю, не грех поучиться у них чему-нибудь. И мы видим, с чем они приходят, какие инновации у них есть, какой опыт они приобрели, даже пусть за год, за два года или за 10 лет. Елена Фаст, Максим Копылов, НВК Саха, Алёкминск.